Европейский Центробанк предупреждает Афины. Греческие власти должны предпринять срочные шаги для урегулирования финансового положения страны. Крайний срок установлен на середину мая. В противном случае Греции грозит дефолт. На заседании Еврогруппы, которое состоится в Риге 24 апреля, Афины надеются договориться о том, чтобы финансирование по программам помощи продолжалось до заключения нового соглашения с кредиторами. Но глава ЕЦБ Марио Драги считает, что многое зависит от самих греческих властей. Больше работы, я говорю. Намного больше работы нужно сейчас, это срочно. В общем, эффективный пакет мер, который привел бы к росту справедливости, финансовой устойчивости, финансовой стабильности. Эти четыре цели должны определить пакет мер. Чтобы добиться этого, нужен мощный политический процесс, политический диалог на месте. Слухи о том, что Афины в поисках финансирования устремляют свои взгляды на восток, пока не подтвердились. Москва опровергла появившуюся ранее в издании «Шпигель» информацию о предоставлении России и Греции 3-5 миллиардов евро в счет будущей прибыли от транзита газа по турецкому потоку. Другой отчаянный проект, который приписывают правительству Алексиса Ципраса – попытка приватизации порта Пирея. Среди возможных покупателей называется Китай.